Я стою у роскошной витрины, аккуратно глотаю слюну. Коньяки по цене пианины опускают меня в тишину. Понимание не понимаю, хоть по справкам я не идиот. Если кто-нибудь здесь покупает, где он эту посуду сдает? Я и сам-то себя раздражаю, узелком затянув аппетит. Не случись зацепить что-то с краю, кто мне даст многолетний кредит? Как в музею стою и глазею, всем лицом выбираю презент. Меня надо бы выгнать за шею, но я потенциальный клиент. Вижу, дядя трамбует в корзину виски с красной и черной икрой. Его ледя гребет буженину с цинандалями и хванчкарой. А моя килограмм маргарина и перловки заплечный пакет, и мивины со вкусом свинины вместо всякого рода котлет. Я обычно беру печенюшку и с уценкой пакет молока. И чекушку, конечно, чекушку, жизнь преподразукрасить слегка. А сюда прихожу любоваться самогонами тысячи стран. Наше главное не волноваться до глубоких душевностных ран. Ладно, хватит мозолить посуду, жизнь не ждет, гонит как под уклон. У меня же еще по маршруту ювелирка. Салон.